Детские площадки – излюбленное место не только малышей, но и уличных художников. С наступлением тепла коммунальщики в первую очередь приводят в порядок игровые зоны. К тому же после долгих месяцев зимы здесь всегда есть что отремонтировать. Износилось вот это деревянное покрытие. Его заменяют. Облагораживают и прилегающую территорию. Ремонтируют лавочки, заваривают прохудившиеся урны. За порядком следят постоянно. У нас постоянно каждый год идет. Начинается весна и продолжается это в течение года до самой глубокой осени. Каждый день происходит у нас заявочка, идет с добродела и так отдельно от жителей. Работу не останавливают, ведь после снятия домашнего режима первым делом семьи с детьми отправятся гулять во двор. Пока нам не поступало никакого распоряжения о прекращении данных работ, мы готовимся к тому моменту, когда снимут карантин и наши детишки смогут прийти и играть на детские площадки, которые мы сейчас приводим в надлежащее состояние. В планах благоустроить десятки детских городков. С каждым днем количество территорий, где необходим ремонт, растет. Однако коммунальщиков это не пугает. Уверяют, до 1 мая справятся. Нина Бережная, Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ.